Так, всем добрый вечер. У меня вид очень уставший, потому что хотела вам рассказать перед тем, как выложить ролик. Всем привет, мальчикам, девочкам, дедушкам, бабушкам, кто смотрит. Короче, сильно устали, потому что проснулись где-то 6:30, за нами приехали где-то 7:45. Потом, пока он всех собрал с отеля, нас повез в порт. В общем, там нас ждал типа катера вот этого открытого. И, конечно же, в открытый океан. Я, конечно, никогда не выходила в открытый океан, даже открытое море, потому что у меня был очень страх большой выйти в открытый океан. Если я плавать не умею, это раз. Плюс у меня страх к воде и все. Но дело в том, что он от меня скрывал, что у него фобия вот эта морская, что он может сознание потерять, ему плохо становится, на рвоту тянет и тошнит и так далее. Он мне об этом не сказал. А у меня это было так. Ой, я на Оскара рассчитываюсь. Все, если не дай бог, там Оскар мне поможет, жилет оденет, может и меня спасут. Только подошли, я думаю, блин, ну вот такого катера я, конечно, боюсь. Думаю, волна как накроет, хрен Алину унесет. Сели, блин, только уплыли, Оскару плохо стало. В общем, я сказала Алина, я уже, честно говоря, хотела им сказать, вызывайте кого-нибудь, чтобы меня забрали, потому что я уже почувствовала себя одинокой как-то, без поддержки. И думаю, нет, я не выдержу 5 часов сидеть там, 5 часов. Я просто не выдержу. Думаю, надо сейчас им сказать. Ой, мне все равно, вызывайте кого-нибудь. Пускай приходит за мной, меня нас забирают, короче. Я дальше не еду. Такая села, Алина сидит, думаю. Такая, нет, Алина. Ты сильный человек, что может с тобой быть? Да если с тобой должно быть что-то случиться, так случится и в катере, и на улице, и где удобно, блин. Оскару плохо, так ты сама, ну как женщина сильная, наберись сил. Подошла, говорю, так, мне сангрию, пожалуйста. Мне дали чуть сангрию, выпила. Оскар белый стал. Я, короче, выпила 2 сангрии. Да, как раз уже когда подъехали в зону, где плавают киты большие, как они нам сказали, киты-мячики. Да, эти киты до 3 тонн кушают 40 килограмм кальмаров. В общем, капитан в конце сказал «до свидания». Ну, Оскар, конечно, лежал никакой, говорит, сова ты какая, никакая. Он лежал никакой, там все подходили к баре, там брали выпивку, а я сидела, а тут мальчик такой мне, на мохито, на это, на коктейль, на это, на это. И тут же у Оскара все прошло. Да, он уже в себя пришел, наверное, переревновал. Да, потом обед. А потом они когда остановились, сказали, кто хочет, пускай купается. Потом говорит, кто не будет купаться, тот без обеда останется. Я говорю, да мне все равно, я лучше без обеда останусь, чем я буду купаться. А потом, когда обед давали, там же входила обед тоже. Говорит, ты что не идешь обедать? Я говорю, ну ты же сказал, без обеда останусь. Он говорит, ты что, тебя без обеда оставить? Ну, в общем, они мне даже обед принесли. Этот смотрит. Такой. В общем. Пообедала. Потом пару мохитов. Потом включили такую зажигательную песню. Я как стала. Начала фи-фи зажигать, короче. В общем, смотрю, мой муж отснулся. Наверное, подумал, что это моя жена? Она говорит, он мне молодец.
ты прямо... В общем, вот такие дела. Я вам кину видео, мне понравилось очень. Спасибо всем большое за лайки, за комментарии, за дизлайки. За все, короче, всем пока-пока. Fai una piccola fatica e voi cercate gli altri. Buona fortuna e un po' di musica. Poi che caia può fare. Però sì, hai fatto che non ci sono fatto. Ай, посмотрите, дельфины. А ну, выплыли. Ай, смотрите, сколько их. Супер. Алла Реша. Right on side, right side, right, destra. Хотят снимать. Los teléfonos al mar, por favor, no dejamos los niños para adelante. Laissez faire voir les enfants, s'il vous plaît. Attention avec le votre téléphone, attention avec votre téléphone et lasciamo vedere ai bambini. Pilot wheels, pilot, balenpilot, balenipilota. Auf Deutsch hießen die früher auch mal Grindwale. Ihr könnt jetzt so oder so sagen. En français, à part des balenpilotes, s'appelle balen globicéphale. En español antiguamente se le decía calderón tropical, pero hoy por hoy, por favor, ballena piloto. Ballena piloto. Antiguamente en Italia anche si chiamavano calderón de tropical. Oggi, ballena pilota. Слава Богу, я рискнула своей жизнью, чтобы Боже, киты пилоты, смотрите. Left links, agush, devant agush. Adelante izquierda. Front links. Mira, esa que se ve mejor la otra. ¿No ves que se ve esa? A ver. Ya salta una, al lado esa salta otra, mírame. Hola. ¿No? Ой, как хорошо, я потом вам расскажу, как я рискнула сюда попасть. А, киты пилоты, представляете? Мира, 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 мира. Плаус! Все-таки моя мечта исполнилась. Ай, неужели я это вижу? Неужели? Супер! Боже, это моя мечта! Спасибо, что вы... Боже, боже!
класс, как мы рядом. Мы рядом, бля, видели. Вы посмотрите, сколько их. Ну выйди, да, пожалуйста, я уже рискнула так, я никогда в жизни в океан не вышла. Боже, молодцы, спасибо. Такие большие были. Они уже далеко пошли, далеко. Ой, молодцы, что музыку выключили. Newborn baby, so let's minimize the time, take your photos right now. Tomen Sie Fotos, aber wir müssen jetzt schauen, dass wir nicht zu lange stören. Wir haben mehrere Mütter und Babys und ein Neugeborenes entdeckt. Wir werden jetzt nicht lange stören. Lia, une petite variété de maman avec son bébé, un petit bébé gêné, comme ça. Le temps d'observation sera minimum. Abbiamo ritardo. Abbiamo varie mamme con il suo bebè e così la nostra relazione sarà mini. Как мы, мои хорошие, мы сейчас подходим к другой группе, где семья. Но нам сказали всего лишь 2-3 минуты, потому что не пугать семью, чтобы дети не отстали от родителей. Вон там. Сказали 2-3 минуты, вам разрешают снимать, чтобы не пугать их. О, киты, они киты. Представляете? Зачем мне ехать в Новую Зеландию, если вот... Хотя бы не убегали посмотреть на них. Ой, спасибо. Да, я вижу их. Смотрите. Вон семья, целая семья. Мы потихоньку, чтобы не пугать. Мы с той стороны побыли с ними, чтобы не пугать. 2-3 минуты. Вот здесь. Está pasando justo esto, pero esta sí que es recién nacida. Así está taza a la izquierda. That is a newborn baby. Have you seen that? That wasn't even a meter long. Смотрите. Oh, two mothers next to the calf. Very, very nice. Mama с детьми. Vamos, mejor adelante, mejor el grupo adelante que no tiene bebés. Ah, está jugando, está jugando. Mira cómo está jugando. Look how he's playing. Of course. Мы сейчас идем. А на derecha también. Там еще тоже, смотрите. У-у-у. No vamos a poder quedarnos mucho tiempo, que esto sí que es crítico. This is very tight. Wouldn't like to stay too long. Они могут нас атаковать. Wouldn't like to make the mothers nervous. Wir möchten die Mütter jetzt nicht aufregen, nicht nervös machen. Hinten rechts ist auch eine Gruppe. Schau mal, wie die spielt, die Kleine. Ah, die hat richtig Spaß. Devant, à droite maintenant, devant à droite, à l'intérieur de la derecha, front rechts, front right, davanti à destra. Смотрите, Боже, все для вас, мои хорошие, не думайте, что я вас разделяю, я всех люблю одинаково. Оскару плохо. Оскар сидит, не двигается. А я первый раз и даже нормально. Чтоб не разозлить, сейчас как выйдет, блин. Пускай ближе, да, подходит. Было бы хорошо. Они боятся ближе подходить, потому что... Ну, все-таки интересно, очень интересно. Вот так в океане киты. Так что не надо даже в Новую Зеландию ехать, в общем, посчитать, чтобы увидеть китов.
Нас заранее предупреждали, сказали, готовьте ваши камеры, сейчас будут киты. И вот они, вон еще там впереди где-то, вон, смотрите. Ой, на нас идет, этот как психанет сейчас, как даст. Идет на нас, честно, идет на нас, смотрите. Они уходят, боятся. Он говорит, не разозлить их. Большие. Ну, какие большие. Впереди вообще супер. Adelante de izquierda, front left, von links die Wetterbusch, mal sinistra, sinistra. Da sind wir die Lilien in Arma, wenn ich die sehe, die du uns hast. Viel, sie ist schon der Lokatis, sie fließt durch sich zu verstecken. Te voy comentando porque tú dices que tenían 5 a 7 metros de longitud, 1000 a 3000 kilos de peso, pues, sí, no, son bajos. Y comen 10 a 40 kilos de calamar cada noche a los 3, 4 y los 500 metros de profundidad. Creo que comenten, these are pilot whales that are 5 to 7 meters long, they weigh 1000 to 3000 kilos, and eat from 10 to 40 kilos of squid and similar every night at 3, 4 and even 500 meters of depth. So, also unsere Pilotwale, früher auch Grindwale, sind 5 bis 7 Meter lang, wiegen 1000 bis 3000 Kilo und fressen ungefähr so 10 bis 40 Kilo Tin, zwischen ähnliches, in der Nacht auf 3, 4 und 500 Meter Tiefe. La Valle Pilot, au comme ça s'appelle en français, par les globes, 5 à 7 Meter long, 1000 à 3000 kg de poids, et mange entre 10 à 40 kg de calmar, et similaire chaque nuit entre les 3, 4 et 500 mètres de profondeur. La Valle Pilot, antigamente, è in adenone tropicale, a 5-7 metri lungo, 1000 a 3000 kg di peso, mangiano più o meno 10 a 40 kg di calamari, è similare, tutte le notte, entre 3, 4 e 500 metri di profondità. Ahora, para cazar, dispone de 45 minutos de autonomía de buceo, que es bueno para unos 800 metros, unos 55 kilómetros por hora de velocidad, y disponen de un sistema muy sofisticado de ecolocalización o sonar. Esta ballena caza de noche y duerme de día. The pilot whale displays a 45 minutes of dive autonomy, which is good for 804 meters. We've got a rate speed of up to 55 kilometers an hour, that would be over 35 miles per hour. And we've got a very sophisticated echolocalization system, a sonar. Pilot whales have this week since they are cast in at the front team is 12 for us. La Valle Pilot dispose d'une espérance de vie fantastique de 45 à 55 ans, et comme ça, elle se voit toujours à l'âge de 10 à 12 ans. La speranza di vita di una balena pilota è eccellente di 45-75 anni, così sono adulti all'età di 10 a 12 anni. Terminamos con la composición familiar, que sí que es interesante saber que no todos los delfines, que atención, la ballena pilota, aunque se llame ballena pilota, se trata de un delfín, no todos eligen una parte por vida, sino este polígono, que puede tener hasta 6 hembras, una hembra por mamá, nunca más, estamos hablando de 3, mínimo, máximo 12 miembros familiares. Donc, le bébé, comme ça, la navigation en falaise, le sauté de la sangle, ici ou pas, on peut chercher.